Сегодня, 3 сентября 2019 года, в Приморский сафари-парк привезли пестрого дятла. Вот девушка привезла, прокомментируйте, пожалуйста. Летел дятел, судя по всему, его ослепило наше окно, и он врезался в дом и упал. Муж его спас, накормил червяком, теперь мы его привезли в парк, мы из Артема. Он в хорошем настроении, кушает, грудку съел сейчас с моих рук. Вот. Чирикал, разговаривал. Еще посчитал, что дерево это, что велосипед это дерево и скакал по нему. Так забавно. Хорошенький.